сложно. Были задания в запятыне. Нужно готовиться, знать правила. Поэтому, можно сказать, были легкие задания, были сложные. Так, 50 на 50. Времени достаточно хватает. Ну, лично для меня этот экзамен не был сложным. Я делала акцент. Ходила к репетитору, ходила на курсы, лично по интернету, там занималась, фипи, все дела. Что вы думаете, ты справилась сегодня с задачей? Абсолютно. У нас в кабинете не работали камеры, но это нам все равно не помешало. Мы все равно хорошо написали. Нужно готовиться усердно. Как ты думаешь, ты справился со своей задачей? Думаю, что да. Моя подготовка не прошла безуспешно. Ну, довольно-таки такой сложный экзамен. Но если готовиться, то возможно написать. Ну, времени дают достаточно. То есть, если ты готовился, вполне времени хватит написать полностью. Да, сами преподаватели нам сказали, что там стоят камеры, то, что весь класс очень развернут и видно вообще каждый уголок, каждый сантиметр, что сбоку, что справа, что слева. Экзамен был, в принципе, легкий. Задания, какие мы уже решали, в принципе, не трудные. Ну, я считаю, что этот экзамен был в меру сложным, но мне попался легкий текст, и я смог нормально написать сочинение. Готовился на протяжении всего года, мы как готовились с учителем, я готовился самостоятельно, без репетитора, я повторял правила, учился по справочникам и прочее. Но я думаю, что экзамен может сдать любой, но чем лучше он будет готовиться, тем лучше он сдаст экзамен. А так экзамен достаточно простой. Расскажи, пожалуйста, у вас стояли глушители сотовой связи? Ну, я их не заметила, честно говоря. Наверное, были, я не в курсе. А по поводу проверок, то есть вас за вами наблюдали тщательно? Ну, достаточно, да, но на меня это не оказывало сильного давления. Возможно, потому что у нас было только 3 или 4 канала, где была федеральная онлайн-связь. А у нас было просто видеонаблюдение, и две женщины сидели. Ну и, наверное, из-за того, что у нас в кабинете не было федеральной какой-то связи, такого давления не ощущалось. Я не думаю, что он показался мне сложным, потому что вопросы, на самом деле, были не такими сложными, как мне представлялось. То есть вполне было нормально ответить. То есть не сложными, не очень сложными, скажем так. Занималась репетитором, сама дома по вечерам решала тесты, в интернете онлайн-тесты проходила и в школьном коллективе. Хватило ли времени сегодня, чтобы справиться со всеми заданиями? Времени хватило, да. То есть даже осталось там минут 15.